И всем привет, с вами Федор Найт, и добро пожаловать в новый влог на моем канале, в который мы с вами отправимся. Куда мы с вами отправимся, расскажет мой закадровый голос. А мне уже нужно уходить. Так что, поехали! Федор Найт. Несколько недель назад нас, юных журналистов Дворца Пионеров, пригласил ведущий Вестей Денис Полончуков. Здравствуйте, на телеканале «Россия Вести», в студии Денис Полончуков и главное к этому часу. В здание телеканала «Россия-1». И мы, разумеется, согласились. Так что, если я вас заинтересовал, оставайтесь, ведь скоро уже начнется экскурсия, которую, кстати, он будет сам для нас проводить. Вот и само здание «Россия-1». Ладно, шучу. Вот оно. Мы уже пришли на место назначения, и сейчас у нас начнется экскурсия. Здесь полностью прописывается, да, вот выпуск, начиная с того, что у нас выходит заставка «Часы», «Привет ведущего», «Шпигель», знаете, да, что да, такое? Да. Вот, отлично. И дальше пошли уже темы, там вот у нас БРИКС, это проходило большое мероприятие в Бразилии, Сирия, непогода, Украина пошла, вот. Соответственно, по мере готовности материалов, вот здесь вот есть специальная индикация, мы указываем, что материал готов, прочитан, отредактирован. И уже, соответственно, как бы и режиссеры, и шеф-редакторы, и ведущие видят, что материал уже готов к эфиру. Есть лента новостей. То есть мы смотрим, что происходит в стране. Если что-то происходит срочное, там есть определенные теги, которые мы настраиваем. Вот здесь появляются там сообщения красные, оранжевые. А, то есть прям в этом приложении? Да, вот здесь вот просто сейчас пока ничего нет, да. Вот обычно бежит, например, там молния, там произошло то-то, то-то. То есть мы сразу видим, что что-то там срочное произошло. На диске, в камерах что-то снимается, на флешке, потом загоняется на сервер и уже в дальнейшем происходит.
У нас сейчас есть, скажем так, основные федеральные группы, постоянно более голубая такая картинка, типа там какого-то солнца становится. У нас есть основная более синие фоны, это уже не 14-17, и золотое оформление у нас. Здравствуйте. Мой папа вас молит. После экскурсии нам удалось взять интервью у Дениса Полунчукова. Чем я горжусь? Сейчас, подожди. Чем я горжусь? Я горжусь тем, что у меня остается время помогать людям. Три главных качества тележурналиста. Нужно быть, наверное, целеустремленным, нужно быть любознательным. Должно быть желание, наверное, чтобы первым донести и рассказать, причем грамотно. Я бы не сказал, что были переломные моменты, когда мне там что-то не хотелось делать. Бывали разные ситуации, когда мне там я переходил из одной программы в другую программу. Но я считаю, что это просто со временем происходило. Я считаю, что все, что происходит, оно должно быть в тот или иной момент. Прямо сейчас много всего крутится в голове. Давайте дальше. Нет, я учился не на тележурналиста, я учился в техническом вузе. Это был филиал Московского химико-технологического университета. Я учился по специальности автоматизация технологических процессов и производства, у меня техническое образование. Это было первое, второе у меня экономическое образование. Но так получилось, что о журналистике я думал еще с детства. Это была, наверное, моя мечта. При этом я не осознавал тогда еще, что вот у меня получится дойти до федерального канала и работать здесь. Но я постепенно шел к этому, вот, соответственно, я сейчас здесь. Но я лично считаю, что в журналистике либо тебе дано, либо тебе не дано. Бывают примеры, когда студенты заканчивают журфак, приходят на работу, и они не понимают, что они делают, что они говорят. Это далеко не все, но потому что бывают такие иногда примеры. Блогеров журналистами я не считаю. Ну, наверное, потому что цель блогеров – показать себя и набрать лайки. А здесь главная цель – рассказать, что происходит. На меня очень большое впечатление произвела Италия. Я, правда, еще не во всех городах был. И Испания. Я бы с удовольствием еще раз съездил. Но, несмотря на это, я могу так сказать, что я очень люблю свою страну. И, например, знаю, уехав куда-то на 2 недели, я понимаю, что все-таки тянет обратно в Россию. И природа, и красота. У нас тоже очень много красивых мест. Поэтому. У нас уже закончилась экскурсия, и сейчас я уже направляюсь домой. Ooh!
Ну что ж, ребята, вот я уже и дома, и эту экскурсию я никогда не забуду. Просмотр вести для меня уже не станет прежним. Но в любом случае, всем спасибо за просмотр, и всем пока! Куда мы с вами отправимся, я вам скоро скажу. Точнее, закадровый голос мне скажет. А я не скажу. Куда мы с вами отправимся, расскажет мой закадровый голос. А мне уже нужно выходить. Так что, поехали! Рюкзак забыл, представляете? Не успел. Здорово, я вернулся. Что мне украли? Куда мы с вами отправимся, я вам скоро и расскажу. А поэтому погнали. И всем привет, с вами Футернайт, и добро пожаловать в новый влог на моем канале. Нормально вообще-то было, да? И всем привет, с вами Футернайт, и добро пожаловать в новый влог. Устал. Устаю, года уже не те. Так что, поехали! Блин, дверь закрыта. Уже не что-то снимать. Ну что ж, ребята, а мне уже нужно выходить. Так что, поехали! Блин. А, вы еще здесь? И всем пока! Ой, глаза делаются. Ой. Куда мы с вами отправимся, расскажу. Ой. И всем пока. Она надолго осталась в моем сердце. Ну, Италия, конечно, больше. Отношение взрослых, это классно, разрушительно. Мы же сами выбираем себе эмоциональный мир, в котором внутренний закон. А внутренний закон, это закон нашей внутренней культуры. У нас... Я почему-то вначале подумал, что это и есть здание «Россия-1», и кто-то стрелял букву «Я». Но слава богу, нет.